Всем привет, дорогие друзья! С вами Алексей Шальнев. Мы дальше продолжаем работать на удаленке. И сегодня у нас на обзоре вот такой вот аппарат. Это Virtu Aster на андроиде. Смартфон с такой вот коньячной коричневой кожей. Называется Virtu Aster Коньяк. Давайте посмотрим его, как он выглядит. Мы видим элементы полированной стали, элементы матовой стали. Вот такую вот рубиновую клавишу. Это клавиша консьерж. Микро USB зарядное устройство. Здесь мы видим глазок фронтальной камеры. Он под сапфировым стеклом, кстати. Обводка здесь идет ПВД. Эта часть у нас тоже покрыта ПВД. И здесь у нас динамик. Под вот этой буковкой В спрятана такая сеточка. И там находится динамик. Здесь мы видим кнопки громкости. Такие вот полированные. Очень красиво, кстати, выглядит. То есть обратите внимание, то есть вот эта часть, она полированная и переходит в клавиши. И вот такой вот разъем для наушников. Здесь мы видим вот такую площадочку. Вот эта верхняя часть у нас покрыта ПВД. Это у нас вспышка, а это у нас камера. Вот так вот сдвигаем, и у нас открывается вот такой вот отсек. Здесь у нас все характеристики про этот телефон. Вот здесь вот мелким, не знаю, видно, не видно. Там написано модель Aster, платформа VM-01, потом сервисный код, один сервисный код и второй сервисный код. Автограф мастера C-Reds. Кстати, этот мастер и Signature S-Design тоже собирал. Я такого встречал. Написано Made in the UK. То есть это говорит о том, что данный телефон собран в Англии. Предлагаю сейчас включить данный аппарат и посмотреть, что у него внутри. Кнопка включения у нас сбоку, вибрация прошла, надпись Android. Мы видим вот такое вот классическое меню. Как я раньше говорил, что данный телефон на Android, то есть значки, которые вы видите, то есть, наверное, вы видели неоднократно. Но тема здесь вертовская, то есть такой темы нет ни у кого. Здесь все достаточно стандартно, то есть мы сейчас не будем вникать во все эти моменты, то есть вам все это и так известно, что здесь за значки и так далее. То есть вот обратите внимание, Instagram, WhatsApp, YouTube, то есть Viber, все это дело здесь установлено. Ну понятно, что это вы сами все ставите. Предлагаю зайти в настройки и послушать вообще, как здесь звучат мелодии. Звуки уведомления. Так, музыка. Вот рингтоны. Звучание очень классное. Наш любимый sandpaper. Еще один sandpaper. Звучание такое очень тоненькое, такое каждая нотка. Ну, то есть мелодий здесь в принципе достаточное количество. И каждая мелодия уникальна, то есть на других телефонах вы такие мелодии точно не встретите. И скачать их отсюда нет возможности. Ну, может какие-то там хакеры, может конечно отсюда и дернули уже их.
выбрали эту мелодию. Сейчас предлагаю зайти в режим камеры и посмотреть вообще, что она может. К режим камеры, вот он. То есть мы включаем. Это у нас режим фотоаппарат. Сейчас вот так вот сделаем. И я эти видео и фото приложу к фильму. Вот у нас фокусировка. Так, вот он. Слушайте, но я вам хочу сказать, что очень бодро фоткает, прям вообще. Так, здесь у нас вот есть вариант видео. Сейчас точно так же поснимаем. Ну, мне, если честно, очень все нравится. Очень круто. Но в любом случае, это не iPhone 11, как бы, и там не Samsung какой-нибудь там последний. Так что вы тут больших, конечно, этих ставок-то не ставьте. То есть, но, если мы говорим про... А, вот, кстати, видите, нажимаю на экран и фотографирую. Прикольно вот это сделано, функция на Constellation EV точно так же. Видео я сохранил, я его приложу, посмотрите и жду от вас оценку. Ну, мне, если честно, очень все нравится, очень круто. Но в любом случае, это не iPhone 11, как бы, и там не Samsung какой-нибудь там последний. Так что вы тут больших, конечно, этих ставок-то не ставьте. То есть, но, если мы говорим про... А, вот, кстати, видите, нажимаю на экран и фотографирую. Прикольно вот это сделано, функция на Constellation EV точно так же. То есть вот это вот сервисы Vertu на сегодняшний день, они все недоступны. Может быть, к концу лета, возможно, что-то и прояснится. То есть, и возможно, это все. Ну что, предлагаю, господа, подытожить. Этот телефон у нас продается в галерее Lux. Цена на него на сегодняшний день более чем понятная. Этот телефон был приобретен в бутике Vertu в конце 2016 года по цене 450 тысяч рублей. На сегодняшний день по акции этот телефон вы можете приобрести за 150 тысяч рублей. Доставка у нас по всей России осуществляется транспортной компанией СДЭК. Также можем и в СНГ доставить. Если вам понравился данный аппарат, вот наши координаты. Звоните и приобретайте. Приобрести у нас его можно как по безналичному расчету, так и можно на карту Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф. Кому понравилось сегодняшнее видео, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, пишите в комментариях, почему вам не понравилось. Огромное спасибо за просмотр. Всех вам благ. С вами был Алексей Шальнев. Главное, не болейте.